Найти нарушение несложно, гораздо труднее за него наказать. Нарушители правил благоустройства, экологии, торговли как могут стараются уйти от ответственности. За прошлый год административные комиссии районов составили порядка 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Свой контроль проводят и общественники. Снег положено вывозить, мусор положено убирать и так далее. Я как-то поставил себе задачу 300 нарушений найти за день. Так вот, я 300 нарушений нашел за 4 часа. И управляющие компании, и строители, и полно, и рынки, и там, и частные дома. Как сделать работу административных комиссий более эффективной, обсуждали на межрегиональной конференции в Самаре. В числе участников – представители власти, судьи и судебные приставы. Каждый административный протокол может заставить частные компании серьезно раскошелиться. Штрафы за нарушение правил благоустройства теперь исчисляются сотнями тысяч рублей. Более 5 миллионов. На такую сумму за прошлый год оштрафовали управляющие и ресурсоснабжающие компании «Самары». За невосстановленные после ремонта труб асфальт, неубранные контейнерные площадки, грязные фасады домов и другие нарушения. Очень сложно, наверное, где-то побороть менталитет, в том числе тех же управляющих компаний. Не все, конечно, но не всегда подходят качественно к решению тех вопросов, на которые возложены на них. Поэтому найти нарушение, выявить, составить протокол одно, другое дело заставить устранить, оштрафовать. Пути решения проблемы и способ изменить отношение управляющих компаний к своей работе участники круглого стола видят в более тесном сотрудничестве административных комиссий и службы судебных приставов. Тогда нарушителям станет очевидно, что дешевле привести территорию в порядок, чем потом расплачиваться. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.